Ты на промо. Сзади у тебя лежит. Между тобой аккумулятором. Далеко от больших городов. Там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют. Не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов. А тут ты и не пишут про них интернет. Где вот сзади? Их совсем вроде как бы и нет. Все. Они модно не студенты, ни окей не знают, ни ленты. Суши-бары они не бывают, и в соляриях не загорают. У них нет дорогой гарнитуры, наплевать им на эмо-культуру. Не сидят в контактах онлайн, а они в целый воёт на комбайнах. Попробуй просто перегазони, слыши. Ну, ощущения. А что там?